Все лето у нас не было крапивы на даче, я ни разу не сварила щи из крапивы. И тут вдруг осенью, практически уже в конце сентября, наросла вот такая свеженькая, молоденькая, красивая крапивка. И, конечно же, я решила сварить один из своих любимых супов, зеленые щи из крапивы. Я буквально все быстренько покажу, потому что варятся они просто, как обычные зеленые щи. Кипящий подсоленный бульон у меня куриный. Я добавляю сначала морковку. Я ее порезала тоненькой соломкой. Через 5 минут я закину резаную репчатую луковицу. Еще через 5 минут нарезанный соломкой картофель. Два лавровых листика. Теперь я закину промытую, ошпаренную и мелко нарезанную крапиву. Собирать и резать крапиву лучше в перчатках, чтобы потом не болели руки. Вот, пускай все осядет. И поварится все вместе минут 10. Ну и последним штрихом у меня будет зелень. Мелко резанная петрушка и укроп. Я еще поварю все на маленьком огне 5 минуточек. И зеленые щи из крапивы готовы. Вот такие ароматные красивые зеленые щи у нас получились. Подавать их нужно со сметаной, как любые зеленые щи, и с отварным яйцом.